Вот, и еще, кстати, объявление. Ну вот, я собираюсь читать спецкурс «Введение в теорию нелинейных дифференциальных уравнений», где я постараюсь рассказать о взаимосвязи разных разделов математики. Вот, вы удивлялись, зачем теория групп, зачем эти понятия общей алгебры. Еще у нас будут в ТФКП ряды Лорана, являющиеся обобщениями рядов Тейлора. Ну, можно подумать, зачем все это надо, какие-то разрозненные сведения. Оказывается, что это и многое другое можно использовать для анализа дифференциальных уравнений. Ну и в частности, окажется, что многие преобразования, которые вы изучаете, как какие-то особые приемы, можно получить с помощью группового анализа. Ну, будут рассмотрены и другие темы. Для их изучения достаточно владеть материалом осеннего семестра дифференциальных уравнений. Приходите, будет интересно.